Привет всем, это Зверько и ML Факты. Мы продолжаем копаться в белье. Было несколько запросов на броню грубой силы, в простонародье ребра. Оно и не удивительно, переводчика, вероятно, душили во время перевода. Давайте посмотрим. За 2120 золота мы получаем 770 здоровья, 45 брони и невероятный пассив, грубая сила. Каждый из них получил доп 2% скорости атаки и 3% физатаку, длится 4 секунды до 4 раз. Что? Давайте глянем на английский. Атакуя противника, увеличивается скорость бега на 2%, физатака на 3%, эффект держится 4 секунды и стакается до 4 раз. Давайте рассмотрим действия в полях. А в полях сегодня бегает Бальмонт. Без пассивки брони, значение физической атаки 161 и 260 скорость бега. Наносим 4 удара с руки и получаем 180 физической атаки, а также скорость бега вырастает до 280. С автоатакой все ясно. Теперь посмотрим, работает ли с навыками. Да, тоже увеличивает до 180 и 280. Что интересно, если владелец одним навыком задевает несколько целей, это идет в стак. Например, Грок первым навыком цепляет четверых и получает сразу полный стак. И последнее. Будет ли пассив срабатывать от урона предметов? Улучшим Бальмонта куском магмы. Смотрим. 169 физической атаки и 260 перемещения. 4 тычка от магмы. Показатели те же. Ручная проверка на баг. Все работает. 190 физическая атака и 280 скорость движения. Итак. Этот айтем хорошо подойдет бойцам или убийцам, которые хотят неплохо повысить выживаемость и немного апнуть урон с перемещения. Скажем, тому же Чу или Бальмонду, возможно, подойдет. На этом все. Пишите на YouTube, какие предметы вам непонятны или механика их применения. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!